Статистика детского дорожно-транспортного травматизма. За 6 месяцев текущего года с участием пешеходов, пассажиров, велосипедистов, водителей. В каких местах чаще всего происходит ДТП с участием несовершеннолетних? Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Смотрите программу «Город С» 5 августа 18:15. Гость в студии Ирина Тарпанова, начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД управления МВД России по городу Самаре.